Здравствуйте, друзья! Сегодня мы подготавливаем школку для высадки черенков, которые стояли на укоренении в культиваторе. Вот натянул шнурок, если вы видите, и сделал такие две траншеи. Ну, буквально там на 2/3 штыка. Если подойти поближе. Буквально, видите, кисть влазит. Вот сейчас будем в эти траншеи садить наши черенки. Будет тут школка у нас. Вот такие череночки у нас. Уже готовые к посадке. С корешочками уже, видите? Вот, например. Так. Вот. Сейчас будем также садить. В процессе посадки, так же садим дальше. Вот такой результат получился у нас по посадке черенков. Эй, понесся. Посадили несколько сортов. Здесь также проберковали все это, чтобы потом не искать какие-то сорта были. Полили все это, дырки повесили, скотч, фольга. Будем ждать, когда это все у нас пойдет в рост. Между грядя замульчируем. О, у нас уже какая красота. Сегодня обработали редомилом. Школка небольшая, конечно, но в масштабах нашего производства нам хватает. Еще, конечно, мы не все высадили. Сорта 3-4 осталось примерно. Вот, например, сорт Маркет, кто спрашивал. Маркет. Американец. Неукрывной. Смотрите, как формирует красиво. Побеги, грозди, точнее цвет. Такой перспективный сорт. Ну все, по школке, в принципе, все. Кто смотрел, молодец. Всем удачи. Встретимся в новых видео.